33 года назад американский канал NBC начал показ сериала «Санта-Барбара». Кто помнит? Кто помнит, вот со мной, остановись за мной, в одну шеренгу, будем вспоминать «Санта-Барбару». Российский телезритель увидел этот сериал через 8 лет, и то, кстати, не все серии нам показали, прикиньте. И здесь обдурили нафиг. Действие сериала разворачивается в Санта-Барбаре, а на самом деле все снималось в павильонах Голливуда. 150 км от города. Вот так вот. Также в павильонах Голливуда... Ой, что это он там делает? И Нью-Йорк снимается в павильонах Голливуда. Ой, мой бедный. О, Господи, молится кому-то. Городочек, конечно, очень красивый, ухоженный. Дорогие дома. Другой камерой снимаю, поярче краски. Красиво так сразу вот смотрю картинку. Небо такое неестественно голубое. Ту-ту-ту-ту. С вами Нинель. Приветствую всех из Санта-Барбары. По-английски это звучит Санта-Барбара. Они не говорят Санта-Барбара. Они, американцы. Итак, мы находимся с вами в Санта-Барбаре. Первое поселение на месте города было основано в декабре 1786 года как миссия испанских францисканцев. В июне 1925 года из-за сильного землетрясения почти все здания города были разрушены. Санта-Барбара расположена в 140 километрах к северо-западу от Л.А. на берегу Тихого океана. Город находится в сейсмической зоне неустойчивости, в зоне сейсмической неустойчивости, вот так вот грамотнее сказать. Поэтому периодически случаются здесь землетрясения. Находимся с вами в даунтаун, это центральная улица State Street. Площадь города составляет 107 километров квадратных. Население 90 тысяч человек, с пригородами около 200 тысяч. 35% испаноязычное население. В 2008 году город подвергся сильным пожарам, которые часто происходят в Калифорнии. В городе несколько топовых университетов, в том числе Калифорнийский университет Санта-Барбары, USCB. Его в этом году закончила племянница Джи. В окрестностях города находится поместье Майкла Джексона Неверленд. У меня есть видео, прикреплю к этому видео. Каждый год в Санта-Барбаре проходит парад пуделей, ежегодный фестиваль французской культуры, экологический праздник, это фестиваль земли, и международный кинофестиваль. Чтобы не нарушать самобытность симпатичных испанских домиков, власти города запрещают размещать на улицах большие рекламные щиты, баннеры и перетяжки. Поэтому все вот рекламные, как они, вывески вот эти, видите, они такие маленькие, маленького размера в городе. Вот у каждого магазинчика или какого-то офиса, кинотеатра. Размеренность жизни города миллионеров просто умиляет. Так здесь все тихо, спокойно и размеренно. Одной из достопримечательностей города
считается миссионерская церковь Санта-Барбары, появившаяся в конце 18 века. Церковь до сих пор действующая. В ней есть музей. Сделано в Греции 1 850 000. Еще к одной достопримечательности Санта-Барбары. Это здание окружного суда. Здание выполнено в мавританском стиле и занимает целый квартал. Туристам предлагают полюбоваться панорамным видом с высоты местной колокольни. А мне виднее со своей колокольни. Карточка. Да, смотри. Ой. Лифт, нифига себе. Thank you.
Как в наших палатах прямо в царских. Расписные потолки. Ой, шуршали тут в платьях. Может быть, судья идет. Это что, тут камеры уже? Ой, свадьба. Прикольно. Ой, а кто женится? Девки? Девка с девкой женится или что? А, это с подружками. Вот лишь бы все опошлить. Прям вид на миллион. Суд. Больше на церковь похоже, на храм. Скамеечку посидеть можно. Не горит свет, значит, помещение суда пустое. А там, где горит, сейчас происходит судебное заседание. Может быть, сейчас кому-то приговор вынесут. Ой, это что такое? Секретная какая-то дверь. А, телефонные будки. Понятно. Водичку тут попить можно. О, красиво тоже. Балкон с занавеской. Интересно. Да уж. Ну и суд. Вон я плевалась высокой колокольни на все. Именно
наплевала на все. Наплевательское отношение у меня было вон там на колокольне ко всему. Вот они, американские судьи-адвокаты. Посмотрите. Колокольный звон очищает душу. Послушаем вместе. Выиграли дело или проиграли. Леньте еще один медитирует, сидит. Ну это хоть у камней медитирует, а тот у канализационного люка. Что вот это значит? Хара Кришна, Кришна Рама. Живу, говорю, может быть, нам тоже надо сесть, вот это, может, это какой счастливый камень. Он уже все, уже не трогает, теперь просто молится на него. О, Господи, сколько здесь чокнутых. Окей, только много здесь собачек, людей, гуляющих с собачками. Здесь даже есть пляж для собак. Покажем, что у нас.